Хожу в школу, рынок достаточно. Два бейгла, вода лимонная. Очень вкусный, с огурцами и вкусный. Всем привет. Сейчас поеду к стоматологу. Также встречусь с папой для подарок. Марк дал прочитать биологию. Сейчас я пойду в столовую на биологию быстренько, на опрос и домой. Сегодня я проснулась сейчас. Мне сел телефон, я не слышала будильник. Ну, в принципе, не важно. Главное же иду. Вот морковка. Я тебе главным образом поставлю. Ты рада, что последний день? Только сейчас усну. Ждем английский язык. И мы с вами слежим полосатики. Вроде я это сказала. Сегодня последний день. Я пыталась написать сочинение по-русски. Покажи, покажи подписчикам. Смешно вам? Что-то видно? Посмотрите, какая Лера красивая. Обзор, что в моей сумке в последний день. Тетрадка по ОБЗР, тетрадка по русскому, тетрадка по литературе. Самый лучший крем, который у меня заканчивается. Супер обзор, я считаю. Вот обзор Ксюши на сумке. И варежки. Начинаю свой блог. И уютные варежки. Дальше. Пенал. Пенал. Всегда нужен пенал. Кремушек, чтобы ручки не сохли. И потом варежки надеваю. Так. Удобная комфортная резинка, которая не ломает волосы. Самое главное, уход за волосами. Какой-то бальзам для губ, чтобы губы не сохли. Все? Ну, не сохли. Правильно.
Так, резинка. Вот это очень плохая резинка, она ломает волосы. Никому не советую. Карт-холдер, или как там его? Чтобы... Расчесочка, чтобы волос не казался сосульками и как у Бабы Яги. Так. Ну и тетради, конечно же. Что, ну, это по основным. Ну вот, тетради. Чтобы спина не устала и руки не устали. Так, собираемся. А, обзор финала еще будет. У меня вот такой long cage. Cage shop. Вообще очень крутые там лонги, кофты, футболки. Всем советую. Ё-моё. Вот тут что я вижу? Конечно. Скоро заплатят, когда ты выставишь. Влог закончен. Бам! То пойдем домой. Домой. Смотрите, какие осенние вайбы. Осень. К репетитору по биологии. Как всегда, так все уже ждет. Платное ожидание. Все, вышло после репетитора. Сейчас, наверное, как 0 градусов. Поедем с вами в Импорт снова, второй день подряд. Он офигительный.